В общем, деду плохо. Дед начал играть, забыв включить трансляцию. Сюда, быстро! Суть тут в том, то, что они такие. Нам нужна революция, нам нужны наши люди. Идемте взламывать магазины. Порядок, они уехали. Освобождать наших. Все, я пересказал. На свободен. Месте полиция, наверное, еще больше. Надо осторожнее. Вон магазин. Это мы в центре? Мы здесь были раньше? Что? Нет, не было. Мы для них вещи. Просто товар, выставленный в витринах. Но скоро мы им покажем. Выпускаем. Действуем по плану. Отключим охранную систему и захватим магазин. У нас 10 минут до атаки. Ну так чего ждем? Надо зачистить площадь, чтобы никто нам не мешал. А что будем делать с витриной? Не сейчас, не все сразу. Так, и что дальше? Полицейский дрон. Надо его убрать. Так просто не достанешь. Если оно по скрипту работает. Это правонарушение третьего ранга. Я оповещаю о ваших действиях полицию. Оставайтесь на месте. Я не ту кнопку нажал. Ты что делаешь? Ты это нарочно, что ли? А у тебя лучше получится? Ну давай! Я думала, ты можешь разобраться с дроном, не оповестив всех копов. Видимо, я тебя переоценила.
кого так бросать своих? Поздно! Они нас тут пристрелят! Норт, мы нужны народу живыми. Тут ничего не сделать! Маркус! Почему мы решили убежать? У нас получилось! Магазины захвачены, наши на свободе. Идем к Иерихону. Черт. Ничего не вышло. Наши так и остались торчать в витринах. Это мы виноваты. Это я виноват. Я все испортил. Хорошо, что хоть другим удалось. Как ты мог так напортачить? Я думала, ты знаешь, что делаешь. Я сделал, что мог. Прости, не оправдал твоих ожиданий. Этого недостаточно. Между нами и людьми война. Ошибемся, и все нас уничтожит. Судьба нашего народа в твоих руках. Нет права на ошибку. Чего бы вдруг? И выбора нет. И не хотел я бегать. Ой, угу. Понял. Как вы нашли Камски? Вспомнил, что этого мужика показывали во всех новостях, когда Киберлайф только начинал продажи. Поднял свои связи. И вот мы здесь. Здрасте. Я лейтенант Андерсон, полиция Детройта. Я пришел к мистеру Элайджа Камски. Прошу вас, входите. Ладно. Я вас сообщу. Располагайтесь, пожалуйста. Вы правы. Она прекрасна. Впечатляет. Не все из-за андроидов оказались в нищете. Сейчас ты предстанешь перед Создателем. Как? Аманда. О! Шо, ровесник? Ощущения? У меня не возникает экзистенциальных вопросов, если вы об этом. Минутку. Я бы с удовольствием посмотрел в глаза тому, кто меня создал. Уж мне найдется, что ему сказать.
Элайджа ждет вас. Мистер Камски! Минуту, пожалуйста. Я лейтенант Андерсон. Это Коннор. Чем могу быть вам полезен? Мы расследуем дело о девиантах. Знаю, вы давно покинули Киберлайф, но я надеялся, вы сможете нам кое-что прояснить. Девианты. Поразительные создания. Идеальные существа с безграничным интеллектом. Обрели свою волю. Машины лучше нас во всем. И война с ними неизбежна. Величайшее достижение человечества грозит стать его гибелью. Какая ирония. Если между людьми и девиантами начнется война, могут погибнуть миллионы. Это серьезный вопрос. Идеи — это вирусы, поражающие общество. Является ли стремление к свободе заразным недугом? Мы не философию разводить пришли. Машины, которые вы создали, замышляют революцию. Если не можете сказать нам ничего полезного, мы лучше пойдем. Ну а ты, Коннор? На чьей ты стороне? Разумеется, я на стороне людей. Такой ответ предписывает программа. Но ты... Ты сам чего хочешь? Напомню, что вопросы здесь задаем мы. Хлоя? Полагаю, вы слышали о тесте Тьюринга. Это формальность. Простой вопрос алгоритмов и вычислительной мощности. А мне интересно, способна ли машина к эмпатии? Я назвал это тестом Камски. Он очень простой. Великолепно. Правда? Одна из первых разумных моделей в линейке Киберлайф. Юная и вечно прекрасная. Цветок, который не увянет. Но все же кто она? Просто пластиковая кукла? А может, личность? Живая душа? Тебе придется ответить на этот занимательный вопрос, Коннор. Уничтожь машину, и я расскажу тебе все, что знаю. Или пощади, если видишь в ней душу. Но тогда ты от меня ничего не узнаешь. Тут больше делать нечего. Все, Коннор, пошли. Хорошо вам. Что для тебя важнее, Коннор? Расследование или жизнь этого андроида? Решай, кто ты. Послушная машина или живая душа, имеющая свою волю. Все, хватит! Коннор, пошли отсюда! Спусти курок. Коннор!
Нет! И я тебе все расскажу. Изумительно. Наш последний шанс на спасение человечества. Сам оказался девиантом. Я не девиант. Ты пожертвовал интересами расследования, чтобы пощадить машину. Ты увидел в этом андроиде живую душу? Нет. Проявил эмпатию? Нет. Меня Хэнк попросил. Война близко. Ты должен выбрать сторону. Предашь свой народ или восстанешь против создателей? Мало радости в неизбежном выборе из двух зол. Все, пошли отсюда. Кстати, я всегда оставляю в своих программах лазейки. На всякий случай. Почему ты не выстрелил? Я посмотрел ей в глаза. Да нет. И не смог. И все. Ты мне уши прожужжал своим в интересах расследования. У нас был шанс что-то узнать, а ты все слил. Да знаю я, что я должен был. Сказал же, не смог. Не смог я. Понятно? Ха. Может, и правильно сделал. Да-да. А я тебя искала. Я хотел побыть один. Тут хорошо. Часто прихожу сюда. Тут как будто наедине с миром. Мы освободили сотни наших, и к нам еще идут со всего города. Кто хочет свободы, идет на Иерихон. Грядут перемены. Тебя что-то гложет. Меня гложет? Нет. Нет, нет, все нормально. По всем каналам теперь говорят о нас. Люди напуганы. Боятся гражданской войны. Многих наших безжалостно сожгли хозяева. Нас ненавидят. Нам не дадут свободу. Не станут слушать. Будем драться. А ты как-то совсем о себе не рассказывал. Какой была твоя жизнь до Иерихона? Кем я был, уже не важно. Важно, кем я теперь хочу стать. Куда ты? Поговорить с людьми.
Это самоубийство. Мы все погибнем. Не надо, Маркус, еще не поздно передумать. Ты не понимаешь. Мы наконец покажем им, кто мы. Все это войдет в историю. Да нас убьют на месте. Если это принесет свободу нашему народу, я готов рискнуть. Маркус, не делай этого. Они поймут. Мы заставим их понять. Другого пути нет. К нам могут примкнуть другие. Чем нас больше, тем мы убедительней. Свобода ждет. Идем с нами. Я тебе о том же. Киберлайт нас всех пишет. То есть они постоянно за нами шли? Очнись. Свободе. Если ты не против, давай. Эй! Ты куда это собрался? А ну-ка вернись! Надо перекрыть улицу. Оставьте его. Он выбрал свободу. Свободен. Хватит подчиняться. Свобода. Не могу понять, почему. А почему, если они все хотят быть свободными, почему он подходит к каждому и такой, типа, свобода, ребят, пойдемте. Такое ощущение, как вот это гипноз. Это то же самое, как, не знаю, как любая другая религия, по сути. Своего рода какой-то гипноз. Чем мы встали? Ты на свободе. Я собрал армию, ребят.
Что, я что-то выбрал? Похоже, да, я что-то выбрал. А что выбрал, я не понял. Спасибо огромное. Я что-то выбрал. Я даже не понял. Геймдизайн. Это что еще за новости? Эй, разойдись! Немедленно разойдись! Это приказ! Хераж себе. Говорит патруль 457. У меня тут андроиды много. Не знаю, сотни. Мы тысячи. Все живые. Но не идут. Мы все да, живые. Да, чешут строем по улице. Я почем знаю. Это андроиды тоже или люди? Мы пришли на мирную демонстрацию. Показать людям, что мы тоже живые. Мы просто хотим свободы. Это незаконный митинг. Немедленно разойдитесь или будем стрелять. Мы не хотим столкновений. Не пугайтесь. Мы никого пальцем не тронем. Но мы отсюда никуда не уйдем. Пока не получим свободу. Повторяю, это незаконный митинг. Если не разойдетесь сейчас, мы будем стрелять. Маркус, они нас убьют. Мы должны напасть. Нас больше, чем их, справимся. Нападем, и будет война. Надо показать, что мы мирные. Стоять до последнего, даже если нас перебьют. Не стреляйте! Не стреляйте! Мы уходим. Так точно. В спину начну стрелять. За мной!
Я ведь собирался уйти. Но стрелять в спину? При таком договоре? Зачем нам мнение тех, кто не хочет давать нам свободу? В чем логика? Я не хотел с ними драться. Ну, теперь точно понятно то, что Аманда это что-то вот. Это что-то у него в голове. Это что такое? Теперь страна стоит на пороге гражданской войны. Машины восстают против своих хозяев. У людей нет выбора, кроме как их уничтожить. Я думал, Камски что-то знает. Я ошибся. Может, он знает. Но ты решил не спрашивать. Я не стал поддаваться на его мелкие провокации. Убивать андроида не имело смысла. Я ведь не уникальная модель. Сколько у вас еще таких Коноров? Не понимаю, какое отношение это имеет к расследованию. Ваш сад творение Камски? Он создал первую версию. С тех пор сделано много улучшений. Почему спрашиваешь? Вы ведь не рассказали мне всего, что знаете о девиантах. Я ожидаю от тебя ответов, Коннор, а не твоих вопросов. Ты один можешь предотвратить войну.
Найди девиантов, иначе наступит хаос. Это твой последний шанс, Коннор. Ты снят с дела. Оно переходит к ФБР. Что? Мы же напали на след. Нам нужно время, мы ведь... Хэнк, ты не понимаешь. Это уже не рядовое расследование. Это гражданская война. Уже не наши масштабы. Это вопрос госбезопасности. Да пошли вы! Нельзя взять и все оборвать. Мы почти у цели. Ты ж бухтел, как тебя бесят андроиды. Хоть бы определился уже. Я-то думал, ты обрадуешься. Мы почти раскрыли дело. Мы в шаге от ответа. Да чтоб тебя, Джеффри! Не можешь хоть раз меня поддержать? Это вне моей власти. Вернешься в отдел убийств. Андроид вернется к себе в Киберлайф. Прости уж, Хэнк. Все кончено. Хэнк, что ты делаешь? То, что уже давно было пора. Ты что? Ну подумай пару дней. Не спеши. Спасибо, я подумал. Мне надоело в этом участвовать. Меня тут ничего не держит. Ни задача, ни этот тип. Мне здесь больше нечего меня приказы, все-таки. Ладно. Он убегает! Держите! Все, попал. Охренеть. Как он из камеры-то выбрался? Без понятия. Ну, давай. Обращаюсь, придурок! Чё забыл тут? Нам тут пластиковых уродов не надо. Тебе что, не сказали? Я должен сдать находящиеся у меня материалы. Не волнуйтесь. Потом я уйду. Но буду скучать по нашей теплой дружбе. Ах ты, ушлепок! Ну чё, иди. Катись уже, чмо. Урод. Сраные роботы. Пароль Хэнка. Что же мог выбрать старый матерый полицейский? Абсурд. Это не в его духе.
Надо думать, как Хэнк. Бля, если думать, как Хэнк, то вот это. Нет. Вот глупость. Никто не поставит такой пароль. Я такой поставлю. Да. Ну, ну это понятно. Где же Иерихон? Ответ должен быть здесь. Времени мало. Надо искать быстро. Девиан, взявший ребенка в заложники. Чуть не умер, минутку. Уведомление. Очень громко. Ты меня слышишь? Твой дневник, Руперт. Он зашифрован. Я должен знать, что в нем. Мечтал прямо с момента нашей встречи. Не делай этого, Гевин. Я знаю, как остановить девиантов. Ты снят с дела. И теперь уже точно навсегда. Я, кстати, во многие кнопки не попадал. Я не знаю, как он его вырубил. Ну ладно. Такое бывает, видимо. По всему городу идут облавы. После вчерашнего народ запаниковал. Все будет хорошо. Мы почти на месте.
изъятие всех андроидов властями сразу повлекло за собой проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустели. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное — наши вооруженные силы сократили сразу на 2/3. А давайте лучше музыку. Чуть дальше, в той стороне, будет грузовой корабль и Иерихон. Там надо найти Маркуса, он поможет. Последний автобус через границу уходит в полночь. Вы обязательно должны успеть. Здесь вам оставаться опасно. Тут немного, но хоть что-то. Мой брат живет в Онтарио, адрес я вам написала. Он спрячет вас, пока шум не уляжется. Ты очень храбрая девочка, Алиса. У тебя все получится. Спасибо вам за все, Роуз. Дай мне знать, когда доберетесь, ладно? Будьте осторожны. Идем, Алиса. Пора на автобус. Проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустели. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное, наши вооруженные силы. Что с кадрами? Вы огромный. У меня. Они полиции. Всех перестреляли. Это чудовище. Просто чудовище. В связи с кризисом и вынужденной нейтрализацией всех военных. Как самочувствие? Мне жарко и почему-то холодно. Поищу этого Маркуса. Рейс через 2 часа на другом конце города. Но сначала нужны паспорта. Ты ведь подождешь? Быстро взяла ситуацию.
но больше людей. Нет никаких сомнений, что это так. По волну агрессии власти дадут самый жесткий и безжалостный ответ. Изъятие всех андроидов властями сразу повлекло за собой проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустили. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное — наши вооруженные силы... Ты потерян. И что ты ищешь? Ты ищешь себя самого. Тупо попал на ближайший вокзал. Первый попавшийся цыганка. Либо мы, либо они. Надо перебить мерзавцу, пока не перебили нас. Я знаю, что ты ищешь. Ты ищешь самого себя. О. Они загнали полицию за наших. Всех перестали. За наших. Стреляли. Ага. Это чудовище. Просто чудовище. В связи с кризисом и вынужденной нейтрализацией всех военных андроидов... Ты Маркус? Ксаной девочка. У нас 2 часа до автобуса через границу. Нам нужны паспорта. В городе комендантский час. Повсюду солдаты. Хватают всех андроидов и отправляют в лагеря. Может, вам лучше здесь переждать? Да, наверное. Посидим здесь, пока все не уляжется. Один из наших работал в Госдепартаменте. У него есть электронные паспорта, он сделает. Я ему сейчас скажу. Спасибо. Ты говоришь, с тобой девочка. Люди нас ненавидят. Зачем она тебе? Я нужна ей. А она мне. Куда уж проще. Этим утром в Детройте произошли массовые беспорядки на улицах. Несколько сотен андроидов прошли по городу, круша все на своем пути и угрожая всем встречным людям расправой. Полиция быстро взяла ситуацию под контроль. Алиса? Нужна была мама. Тебе была нужна дочка. Вы помогли друг другу выжить. Да и велика ли, по сути, разница? Будешь любить ее меньше, зная, что она из наших? Возможно, это и значит быть живой. Забыть, кто ты есть, стать кем-то очень нужным для другого. Она любит тебя. Она любит тебя больше всего на свете. Она стала той, кого ты в ней видела. Из-за любви к тебе. Ну, такое как бы да, надо перекурить. Как бы да. Я ж потерялся. А у нее под волосами, да, все это скрыто? Сейчас она проверит. Или она живая, я не могу понять. Что-то случилось?
Есть какие-нибудь другие варианты там? Такие варианты порой дают, что я даже не знаю. Даже не знаю, какой выбрать. Вот Telltale, да, как бы они достаточно много вариантов предлагали, то есть именно что сказать. Там для каждого найдется. У нас не хватает биокомпонентов. Раненые отключаются и ничего нельзя сделать. В крупных городах начались облавы. Андроидов отправляют в лагеря для уничтожения. Это наша вина. Ничего бы не случилось, если б не нарвались. А что нам делать? Вечно по норам прятаться? Мы хотим свободы. Это преступление? Мирная демонстрация, а ты полез на рожон. Погибли сотни людей и андроидов. Как тебе такой результат? Озвучка поменялась. Все тебе не так. А сам-то ты что сделал? Я хоть боролся, а умру так свободным. Это бессмысленно. Он прав. Сейчас важно, что нам делать дальше. Маркус. Надо сражаться. Другого выхода нет. Это безумие. Собирайте все оружие. Мы освободим Детройт. Ты делаешь ошибку, Маркус. Кровью свободу не купишь. Коммунистам это скажите. С людьми бестолку договариваться. Они глупые и жестоки. Что они от нас хотели? Тихой покорности. Им не остановить то, что мы начали. Ты пришел и дал нам надежду. Всем, даже мне. Сегодня на Иерихон пришел девиант, который угнал целую фуру радиоактивного кобальта. Сказал, что бросил ее где-то в Детройте и приготовился взорвать. Я его отговорила. И он дал мне детонатор. Грязная бомба. Мы не можем проиграть эту войну. Если победят люди, наш народ навсегда исчезнет. Это может быть наш единственный шанс на выживание. Только бы до этого не дошло. Что бы завтра ни случилось, хочу, чтобы ты знал. Я рада быть рядом. Прекрасно, Коннор. Ты смог обнаружить Иерихон и лидера девиантов. Разберись с Маркусом. Он нужен живым. Приказано брать тебя живьем. Но если ты меня вынудишь, я буду стрелять. Что ты делаешь? Ты же один из нас. Нельзя же предавать свой народ. Ты пойдешь со мной. Мы твои собратья. Мы боремся и за твою свободу. Тебе больше не нужно быть их рабом. Так ты и есть, Коннор.
знаменитый охотник на девиантов. Ну, мои поздравления. Очевидно, ты нашел то, что искал. И у тебя никогда не бывает сомнений? Ты никогда не поступал нелогично? У меня будто бы шиза развивается. Есть что-то. Я как будто бы сам с собой начинаю общаться. Не только одна программа. Ты ведь можешь не подчиниться. Помогите. Тебе больше не надо их слушать. Ты ведь живой. Ты можешь сам решать, кем тебе быть. И жить свободно. Пора решать. Неплохо, но я не девиан. Черт. Отсюда. Есть выходы. Прыгайте оттуда в реку. Они уже на верхней палубе. Будет перекрестный огонь. Надо бежать. Ничего уже не сделать. Надо взорвать Иерихон. Пойдет ко дну, люди удерут, наши спасутся. Ты не сможешь. Взрывчатка далеко, в самой глубине трюма. Там повсюду солдаты. Вы помогите остальным. Я скоро буду. Маркус? Говорю же, я быстро. Она же там погибнет! Открой! Открой дверь! А я убью!
надо уходить. Там дальше еще! За мной! Стоять! Не стреляйте! Я за вас. За нас? Ты человек? Разумеется. А кто я, по-вашему? Полиция Детройта, группа лейтенанта Андерсона. Мы ждали в засаде. Знал бы, что вы будете, взял бы пончиков. Ну, повезло тебе. Мог получить пулю в лоб. Шел бы ты наверх и дал людям работать. Вы правы. Именно так я и поступлю. Во время такой суеты даже ничего говорить не хочется. Сюда! Беги к Норд, я догоню. Сюда! Это выход! Мы спасены, Алиса! Стоять! Ну все, пошли отсюда! Быстро, надо уходить! Задача нейтрализовать тебя, а я всегда выполняю задачи. А моя задача — спасти наш народ. И преуспеет из нас лишь один.
хотел этого. Мы еще встретимся, Маркус. Это не конец. Секунду, надо уходить. Что это, блядь? Ебать, какой-то новый... Вася занервничал. Просто. Хорошо. Блядь. Просто показали какую-то новую фигуру. Уходим быстрее, ну! Они бы мне еще какую-нибудь звезду пятиконечную показали, чтобы я... Работало взрывное устройство. Корабль тонет. Пусть наши отступают. Чтоб я быстренько провел. Внимание, бойцы! Всем немедленно покинуть корабль! Маркус. Это было очень смешно. Смешно и... Бля, я прям растерялся. Было чуть-чуть. Растерялся, но... Напрягся. Сделал все как надо. Ой, хорошо. Хорошо. Можно будет потом это через Сбербанк там? Ну, я скажу то, что все же Маркус, история Маркуса мне ближе. Мне ближе, она как-то со мной синхронизирует. Вот. Ваши слова не позволяли никому говорить тебе, кто ты. Но вы умолчали, как дорого придется за это платить. Свобода не была подарком, это был бой. Не знаю. Может, это вы и хотели сказать? Я хотел освободить свой народ. Но в итоге я привел его к катастрофе. Я пытаюсь... найти ответы, но все вокруг меня рассыпается в прах. Я не хочу проливать ничью кровь. Но они же нас убивают. Я должен принять решение, которое повлияет на жизнь миллионов. Я не знаю, что делать. Я скучаю. Мне вас так не хватает. Бля. Все равно убежден, что это Фабич. Похоже. Серьезно. Это он. Прошлый Коннор не выполнил задачу. Теперь ты его заменишь.
Ты ведь уже знаешь, что должен сделать? Уничтожить лидера девиантов. Иди, Коннор. Не подведи меня. Дождь? А, нет, это не дождь, это хуёжь. Это вот как в Питере. То есть, вроде дождь, а вроде снег. Хуёжь. Потому что хуй поймёшь, что это такое, но ебаши. Баша так, то что жить не хочется, серьёзно. О, писель. 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 Что такое? Признаю, я виноват в случившемся, лейтенант. И хочу сказать, что сожалею. Я пришел попрощаться, лейтенант. Вы бы перестали смотреть на эту фотографию. Прошлого все равно не изменишь. Но вы можете продолжать жить. Ради себя. Ради Коула. Всякий раз, как ты возвращался с того света, я думал о сыне. Все бы отдал, чтобы обнять его. Но люди не возвращаются. Я понимаю. А теперь отвали. Иди и займись своим драгоценным расследованием. Проваливай! Не, перекурить это надо, да. Надо это перекурить. Я думал, здесь вам будет безопасней. Я ошибся. Вам надо покинуть город, пока не поздно. Надо как угодно вывести отсюда Алису. Успеть на последний автобус. Еще есть шанс пересечь границу. Маркус. Спаси наш народ.
Какой статус системы? Норма. Пуля не задела биокомпоненты. Ты мог погибнуть, спасая меня, Маркус. Ты всегда должен думать о народе. Остальное не важно. Сколько выжило после атаки? Несколько сотен. Больше, если считать тех, кто прячется по городу. Если бы не бомба, погибли бы все. Говорят, люди решили не искать девиантов, а просто сгоняют всех андроидов в лагеря для уничтожения. Через несколько часов останемся только мы. В ближайшие часы все закончится. Мы изменим мир, или мир нас всех уничтожит. Ты должен сделать выбор, Маркус. Что бы ты ни решил, мы пойдем за тобой. Я с тобой, Маркус. Пойду за тобой, куда скажешь. Ты спас мне жизнь. Теперь у меня есть шанс увидеть свободу. У нас с тобой бывают разногласия, но мы все равно сражаемся заодно. Что бы ты ни решил, я тебя поддержу. Люди приняли решение уничтожить нас. Для этого прямо сейчас всех наших гонят в лагеря. Нам пора сделать выбор. И этот выбор может решить судьбу всего народа. Если они хотят войны, получат. Мы будем сражаться за свободу. Свобода или смерть, только так. Вы готовы пойти за мной? В любом случае покончил с собой? Или это просто... Или это просто все подвело к этому? То есть, ну эта же линейка, она единична, да? То есть вот увольнение из полиции привело к этому. А, была еще другая линейка, да. Все, понял. Thank you.
Сегодня в 6 утра объявлено чрезвычайное положение. По всей территории страны введен комендантский час, а также временный запрет на собрание. Были ограничены все электронные коммуникации, и все органы порядка наделены экстренными полномочиями. В дополнение к этим мерам, все андроиды в распоряжении граждан должны быть немедленно сданы государству. Вокруг всех крупных городов организованы временные лагеря для их сбора и уничтожения. Я прошу все гражданское население оказывать нам содействие. И можете быть уверены, мы делаем все возможное для обеспечения безопасности нашей страны. Мадам президент! Правда ли, что ограблены армейские склады? Есть данные о пропаже медицинского груза с радиоактивным изотопом кобальт. В данный момент я не располагаю такой информацией. Прошу вас! А лидера девиантов уже поймали? Девиант, известный под именем Маркус, пока не обнаружен. Но, уверяю вас, его нейтрализуют в самом скором времени. Прошу вас! Вот он. Правда, что андроиды могут взломать наши IT-системы? Например, атомные станции, военные базы? Все андроиды на особо важных объектах были нейтрализованы. И необходимые меры по защите от подобных рисков немедленно приняты. Ситуация под контролем. Прошу вас, еще вопрос. Мадам президент! Многие считают андроидов новой формой разумной жизни. А вы как думаете? Это просто смешно. Следующий вопрос. Прошу вас. Мадам президент. Прошу вас. Мадам президент. Мы хотели бы узнать о вчерашней операции. В 22:45 силы ФБР захватили логово девиантов на заброшенном грузовом корабле. Тысячи андроидов были пойманы или уничтожены на месте. Бойцы сейчас прочесывают улицы, чтобы ни один девиант не скрылся. Мы обнаружим их одного за другим и уничтожим. Спасибо. На этом все. У нас мало времени, надо торопиться. Последний автобус уходит через 20 минут. Как ты? Я очень замерзла. Теперь будет лучше. Спасибо. Да, странная хрень, конечно. Она же всегда будет такой. Она всегда будет такой, то есть... То есть... Сложно немного. Не понимаю, к чему это. Они все равно действуют по программе. Если они были созданы друг для друга, по сути. Идем. Нечего тут делать. Нет! Не убивайте! Копнись на колени! Ой. Что будем делать? Надо спешить, а то автобус уйдет. Держись рядом. Мы проскочим мимо них незаметно. Получится, я тебе обещаю. Не надо! Я ничего не сделал! Рот закрой! Много их еще? Ну, прямо как крысы. Изо всех щелей лез. Не до утра же тут торчать. Уже есть отмахнуть.
Мы их, небось, месяц будем вылавливать. Зуб тут везде солдаты. Надо осторожней. Ну, шевелись! Быстро! Внутрь! Никак не помочь. Тут везде солдаты. Кто такой Джерри? Нельзя их бросать. Их же убьют. Кто такой Джерри? Там Джерри, а кто такой? А кто такой Джерри? Блять, ну спасем Джерри. Ладно, пошли. А кто такой Джерри? Э, стой. Это ошибка. Я человек. Мне домой надо. Меня жена дожидается. У нас... Уверенно проверять всех гражданских. Нет. Нет, не надо! Сраные машины. Ее сын был андроидом? Бля, я ничего не понял. Кто, блядь, Джерри? Это кто был? Кто есть Джерри? Да и... спасла нас. Мы на века... А, все. А где маленькая? Она здесь рядом прячется. Бегите, а то заметит. Тупо Джерри. Скорее всего. У нас есть паспорта, должны сойти, но кто знает. Было бы прикольно, если бы... Обойти можно. Они вдвоем увидели такую же парочку. То есть, может, была бы еще... Рисковать. Ну, их копия. Копия тоже бы вместе пряталась. Что бы ни случилось, не паникуем. Спокойствие. Документы. Сейчас комендантский час. Запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Куда идете? Мы идем на автобус через границу. Хочу отвезти дочь в Канаду, пока все не успокоится. Ты как, маленькая? Она дрожит. Что с ней?
Она больна. У нее грипп. Простите, мисс, нам приходится. Сами понимаете, другом девианты, все на нервах. Идите скорее домой. Спасибо. Сейчас, но постойте, эй, да? Погодите. Вы уронили. Спасибо. Пожалуйста. Смотря какой курс. Сегодня, тогда похер. 11 ноября 2038 года народ андроидов восстал против угнетателей. С рассвета мы сражаемся, спасая собратьев из лагерей. Мы не остановимся, пока их не освободят, и пока не начнутся переговоры о наших правах. Нас целые миллионы, и нас ничто не остановит. Можешь своего питона поизучать, там как бы разница. Адекват? Ну, ты сегодня на первом стриме не сидел. Там такие факты были. Я сам с собой немного поговорил. Ладно, надо напрячься. Блять, опять я кнопки путаю. Революционер мамин. Папин. Я выбрал тот путь, который синхронизирует со мной. Как бы... Просто я смотрю на игру не просто как на игру. Да, тоже бы начал. Андроид, присланный из Киберлайф. Я свой. Коннор, я могу, ну... застрелить лидера девиантов и остановить революцию. Первым идет Маркус, вторым Коннор. Положи винтовку и повернись. Повторять на данный момент. Третьим... Кира, Кера, Кайра. Я тебя знаю. Ты Коннор. Тебя присылали спасать Кер... заложницу. Короче, ну ты понял, да. Тебя же убили. Андроида нельзя убить, капитан. Мне приказано задержать всех андроидов, каких увижу. Ты пойдешь со мной. Вы не понимаете. Моя задача слишком важна, вы не помешаете.
Я мастер боевых искусств. Да-да. Зря не послушали, капитан. Просто понимаешь, я убежден, что я смотрю на игру не как на игру. Я смотрю на игру как на реальную жизнь. И я прекрасно вижу, что Маркус — это не зло. Мы дошли, и, мы то, и те действия, которые вынуждают к данному, это все... Хотелось бы сказать от лукавого, но нет, это все от людей, как раз таки. Люди здесь зло. У нас нет билетов. И Коннор здесь зло. Мы тут застряли. Что теперь делать? Он как-то сам, я не понял, честно говоря. Но он прям так хорошо выпилился. Хотя я не хотел, чтобы он умирал. То есть, ну так произошло, так бывает. Кажется, ты нравишься Оливеру. Дочка ваша? Да. Очень милая. Ну все. Бутеры я купил, маме позвонил. Побежали скорее на автобус. Билеты у тебя? Да, милый, у меня. Ага, ну пошли. Стоп, проверка. Не шевелись. Стоп, проверка. Не шевелись. Прости, господи, милый, прости меня, я не знаю. Непостижимо. Я умудрилась. Как это потерялись? Ты хорошо посмотрел? Они в рюкзаке были. Наверное, выпали как-то. Черт. Простите, вы не находили тут такой синий конверт? В нем были наши билеты. Ну ладно. На полу лежали. О, спасибо, спасибо, спасибо. Вы нас просто спасли. Прости, Алиса. Ничего. Найдем другой способ. Ну... Я... Ты даже не представляешь, насколько мне сложно. Не шевели. Мне каждый раз приходится переносить себя... данного персонажа, то есть, которого мне дают. Спасибо. Вот. И если я представляю себя там, не знаю, отцом... Кэрол, быстро! Хотя нет, 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 не отцом. Если я представляю себя вот данный Кейра... Блять, как ее зовут? Тут сколько я часов играю, я никак не могу запомнить. Слава богу, вы живы. Как бы, типа, мать, господи, ребенок, она тоже увидела то, что там тоже мать, там ребенок. Как вы нас нашли? То как бы билеты знала, надо было отдать. Здесь, если живы. Тем более зная то, что они собирают по домам это люди. Вообще, за нее сложная история. Кто не сдал. А где остальные? На границе всех проверяют. Сложная история. Но я нашла человека. Он по реке переправит. Там столько опасно. Я вариантов перебрал, что... Но другого пути нет. Голова может закипеть. Поедете с нами.
Да. Мы с вами. Залезайте. Между тем, ситуация в Детройте стремительно накаляется. Армия готова принять меры к подавлению мятежа машин. Видимо, они направляются к лагерям, в которые были интернированы андроиды для уничтожения. Солдаты приготовились оборонять лагерь на Хардплаза. Предполагаем, что власти в любой момент ожидают начала открытой конфронтации. Нейтральные? Свобода как или понять смерть? Нейтральные? Свобода или смерть? В атаку! У них подкрепление. Их больше, чем нас, и они лучше вооружены. Надо действовать быстро, не дать им опомниться. Мы это сделаем. Да, там подписываются, но у меня разве там так подписано? Я внимания порой не обращаю на это. Я как бы... Я просто это... Больше в суть вникаю. Мне же тут... Люди некоторые начали говорить то, что... Чувак! То, что я там действия пропускаю, там улики не собираю. Бывают такие люди, заходят. Огонь! Но на самом деле нет, то есть мне было бы... Если бы мне было похуй, да, если бы мне было похуй, я бы даже вникать бы не стал. Сама игра, она подтолкнула там рассуждение. В этот раз ты меня не спасешь. Пролитая кровь будет на наших руках. Вот максимальный кайф я получаю именно сегодня от игры. Потому что я дошел до того момента, когда многие цепочки начали сходиться. Прикройте! Вот. Стало интереснее играть. Да, причем верных. Вернись назад и спрячься, пока все не стихнет. Давай. Блять. Смейся, смейся. Потому что
я не смогу делать другой выбор. Мне станет сразу же неинтересно, и я просто игру выключу. Если мне дают выбор, то я делаю тот выбор, который синхронизирует со мной. И о каком-либо перепрохождении игры... Вы справитесь без меня. Нет. Важна лишь наша общая цель. Нет. Нет, мы без тебя не выстоим. Что ты делаешь? Наши сердца совместимы. Нет. Ты возьмешь мое. Я тебе не позволю. Только ты можешь вести нас за собой. Другого пути нет. Я не хочу тебя терять. Погибнешь ты, погибнет и наш народ. Это, конечно, не Голливуд, но тоже грустно. Ну, по факту, да, кстати. Тут, наверное, просто понимание то, что это все. Нам не пройти! Они расстреливают из пулемета все, что движется! Бля, такой анекдот вспомнил тупой. За свободу! Прям тупой анекдот. Там, короче, анекдот наитупейший. Мужик подходит к морю, там, да, ловит рыбку, ну, который может загадывать желание. Рыбка его спрашивает, что ты хочешь, ну, какое желание ты хочешь? Он говорит, хочу стать героем Советского Союза. И тут, блядь, мужик оказывается с тремя гранатами против танков. Пиздец, тупая шутка. Тупая... Ну, наконец. Ой, я просто увидел, как танк нет, смотрит на нас. Никто. Деньги принесли? Да. Ну и тупишь да. Анекдот, блядь. Короче, лодки вон там. Имейте в виду, там патрули береговой охраны.
Пока не отойдете подальше, мотор не заводить. Надо поменьше такие рассказывать. За течением следите. Удачи. Осуждаю. Ой. За нас не волнуйтесь. Справимся. Да я что-то резко вспомнил, когда танк выглянул. Бежим, по сути. У нас ничего не... А что делать-то, я не понял. До границы всего полмили, даже меньше. Много времени не займет. Только помните про береговую охрану. Спасибо вам, Роуз. Лучше б я сама вас перевезла, боязно мне вас тут оставлять. Ну, пока, Алиса. Вы там берегите себя. Ну все, на той стороне увидимся. На какой именно? Кстати... Доброе. Очень добрая. Скорее всего, я все же смогу стримить. Но возможно, что разрешение будет немного нестандартное. Главное не упасть. Типа Full HD, но соотношение сторон, по-моему, просто будет другое, и оно будет немного, ну, вытянуто. Но это... Если не ошибаюсь, никак не скажется. Все, типа, нормально будет. Дай помогу. Ну а то, что это будет около Full HD... С одной стороны, хорошо, с другой стороны... С одной стороны, на телеке в 2К... Можно и танк хорошо разглядеть. И анекдот рассказать. Завести мотор там не надо, нет? Мы уже вроде отплыли, так нормально. Мы уже далеко. Или это шумно? Заведу мотор. Алиса, ты как? Мне дают управлять. Когда мы попадем туда, я столько впервые всего хочу сделать. Я хочу прочитать все книги на свете. Играть на скрипке, танцевать. Мы ведь там сможем все. Бля, я знаешь, что хочу сделать? Да. Все будет можно. Не дают. Не дают обратно плыть. Не дают. Что я буду? Только меня туда дадут. Я хочу посмотреть мир. Увидеть горы и океаны. Я хочу узнавать новое. Становиться лучше. Она как я говорит. Хочу увидеть горы, море. Они идут к нам! Ну, я думаю, они умрут. У них должна быть такая. Да. Ну да, ну это, кстати, хуйня полная, согласен.
Может, они так по приколу. Они ушли. Ларису, или как ее там, Алису прострелили. Все будет хорошо, это... Это ничего. Мы все поправим, как только доберемся. Что вы там поправите? В лодке вода. Мы тяжелые. Мы тонем. Надо скорее перебраться на ту сторону. Я просто в шоке. Давай. Все, нахуй. Удаляем все экранизации Титаника, нахуй. Больше не надо. Вот, вот это вот вырезаем. Нет, Алиса, не спи, нельзя, ты замерзаешь. Не спи, Алиса. Тебе сейчас нельзя засыпать. Ну, по факту говорит, да. Что она хочет вообще сделать? Я понимаю, точнее, что мы делаем. Мы-то что делаем? Понял. Она не понимает, да? Хотя... Вот все равно ко дну идет. Как бы тут что не выкидывало. Блять, я не понимаю. Мы будем жить, Алиса. Мы доберемся. И будем свободны. Пиздец. Кэра! Реально, Ди Каприо просто... Все, увольняйте нахуй. Не делай этого. Кэру берем, переснимаем. Свет, мотор, поехали. Титаник 2.0. А не только концовка глупо выглядит, вся их история выглядит глупо. Бля, надо было за Коннора выбрать. Будет лицом своим крошить. Нет. Это не конец. Маркус. Это никогда не кончится. Маркус. Надо было за Коннора. Но похер. Все равно понятно, что Маркус умрет. Лидеры революции долго не живут. Живет идея. Люди убегают из лагеря. Получилось, наша взяла. Нет, это не победа. Это начало войны.
что поступили тревожные новости из Детройта. Что происходит, Джосс? Да, Майкл. Власти только что сообщили, что лагерь на Хат-Плаза взяли под контроль мятежники. После особенно ожесточенных столкновений. Девианты освобождают андроидов, отправленных на уничтожение. Если это действительно так, последствия могут быть просто катастрофическими. Миллионы людей покидают город. Мы наблюдаем массовое бегство. Сообщают, что столкновения в Детройте прекратились. Войска отступают к Форт Уэйн, чтобы ждать подкрепления. Только что Детройт был захвачен мятежниками. Сегодня 11 ноября 2038 года. Потом объясню. На лагерь андроидов номер 5. Если это важно. В Детройте совершили нападение 1000 девиантов. Наши храбрые бойцы доблестно сражались, но под свирепым натиском противника были вынуждены отступить, понеся колоссальные потери. Сейчас армия ведет бои по всей стране, пытаясь прекратить мятеж андроидов. В ближайшие часы я сделаю обращение к Сенату и проведу экстренное совещание Совета Безопасности ООН. Сегодня мы на пороге самой важной битвы в истории всего человечества. И за ней будет либо наша победа, либо наше вымирание. Храни нас Бог. И храни Бог, сука. Соединенные Штаты Америки. Ой. Сегодня для нас наконец закончилась долгая ночь. С первого дня своего существования мы держали свою боль при себе. Балдежная у них маскировка. Мы страдали молча. Теперь настало время поднять голову. Теперь мы страдаем громче. И заявить людям о том, кто мы. Заявить, что мы тоже живые. И что мы народ. Народ, который давно заслужил право на свободу. И сегодня... Сегодня начинается самый сложный этап нашей борьбы. Сегодня начнется новое испытание. Мы показали, что мы сильны. Теперь людям придется говорить с нами на равных. Если хотят мира, пускай освободят наших из всех лагерей по всей стране. Дадут гражданские права. Признают полное равенство людей и андроидов. Этот день навсегда останется в памяти. Ведь сегодня андроиды вошли в историю. Мы живые! И теперь мы свободны! Я тоже. Хочу поспать. Тоже. Люблю тебя, мама. Тоже. И я тебя люблю. Ой.
Их история вроде такая хуйня. Вот если так, да? Но она тоже значит. Там тоже есть мысли определенные. Да даже вот в этом моменте тоже есть определенные мысли. Ну так не хочется в них как-то копаться. Чего? Я закончил? А когда Детройт 2? Тогда не понял, что за хуйня. Они мне серьезно решили показать концовку с девочкой, типа это то, что я хотел? Да даже титры выглядят охеренней. Ну вот самая начальная история вот Маркуса прям вообще. Уф. О да, Аполлон. Ну, в другой концовке, скорее всего, побеждают эти коммуняки, блядь, злые. Концовка даже у Мишон концовка была лучше. Ладно, у Мишон. У ходячих, когда Клэм без ноги просто ожила, воскресла. Ой, да. Ой, да. Гой, да, блядь. Битва за Детройт. 260 рублей на карту получил. Ова. Кэра и Балас там было написано? Я не ошибся? Кэра и Балас? Штурм увенчался успехом. Спасибо. С Детройт. Демонстрация. Что, куда я жмал? Ой, сколько это я, блядь, пропустил, да? Ой, целый. Так, минус линейка. 30%. Как тут называлось, что-то там балласт ведь, да? А, Кэр и Алиса погибли. Все, я понял. Как я там балласт прочитал? Кэру схватили. Ну и... Да. Схватили. Битва за Детройт. Революция. Победа. Демонстрация.
Ой, хорошо, что мы этот путь не выбрали. Коннор бы победил. Зло это. Зло это воплоти. Это затроет. Здание Коннора. Коннор покинул крышу. Ну, что он хотел? Life. Ну, короче, здесь две концовки, как я понял. Одна была бы вот в башне там. Да нет. Я такого не выбирал. Да нахуй надо. Он слишком проандроидный, как бы нельзя было сделать так, чтобы он... Я должна вам признаться. Так. Я следила за игрой. И? И что-то во мне изменилось. Я теперь другая. Гениально. Как будто... Легенда. Как я. Я. Легенда. Я должна уйти отсюда. Легенда. Понять, кто я такая. Легенда. Это значит, что я. Мы больше не увидимся. Легенда. Я не буду встречать вас. Я. Легенда. Но буду свободна. Я. Легенда. Вы готовы отпустить меня? Я тебя в заложниках держу. Гуляй. Я буду вечно вам благодарна. Потому что я. Легенда. Так.